Фуговально-рейсмусовый станок HP-252 предназначен для обработки деталей из дерева. Станок выполняет прямолинейное одностороннее строгание изделий из древесины по плоскости, снятие фасок под углом и рейсмусование. Питание станка в зависимости от модели 220 или 380 вольт. Мощность двигателя 2000 Вт. HP-252 включает в себя два станка – фуговальный и рейсмусовый. Станок состоит из основания, на котором установлены стол-фуганка для подачи материала и принимающий стол. Внутри основания смонтированы ножевой вал, вал подачи рейсмуса, рабочий стол и механизм вертикального перемещения рабочего стола рейсмуса. Режущий инструмент – ножевой вал, на котором установлено три ножа размером 250 на 30 на 3 мм. Скорость вращения ножевого вала – 4000 оборотов в минуту. Количество ножей 3, диаметр ножевого вала 75 мм. Ножевой вал получает вращение от электрического двигателя клиновым ремнем и закрыт защитным кожухом. На станине установлен наклоняемый упор, что позволяет снимать фаски. Фуганок. Ширина строгания 250 мм. Максимальная глубина строгания за один проход 5 мм. Длина стола 1050 мм. Рейсмус. Максимальная ширина материала 250 мм. Максимальная толщина материала 175 мм. Максимальная глубина строгания за один проход 1 мм. Размер стола 600 на 250 мм. Механическая подача материала 4 метра в минуту. Вес станка 110 кг. Поставляется в фанерной упаковке в собранном виде. Мы гарантируем надежную работу станка в течение долгого времени. Гарантийный срок составляет 12 месяцев. Промо. Техника для профессионалов и умелых рук.